Синчангонастат Адхарам Бритапуракена Хасаволока Калагито Джархичаягним Ноче Дбаям Бирахаджагни Упаду Упаюкта Диха Дханена Джама Падаю Падабим Сахити Синчангонастат Адхарам Бритапуракена Хасаволока калагит джархичаягним Ночед ваям бирахаджа агни Упаюкта деха Дханена джама падайо Падабим сакхете Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, в действительности Шаранагати по отношению к Бхагавану дает свободу. Служение Бхагавата Сева на самом деле подразумевает под собой свободу, означает свобода. Шрила Прабхупад, Джагадгуру, дает ответ на заданный ему вопрос. Кто-то спросил, есть ли какая-то свобода, то есть правда ли, что Бхагават Сева в действительности есть свобода? Да, отвечает Прабхупад, на самом деле настоящая свобода — это Бхагавата Сева. В прямом значении этого слова. Мы находимся под влиянием Майи. Мы под влиянием Майи. Под ее контролем. Что означает, что у нас нет свободы. Но люди думают, что свобода — это то, что мы хотим, когда мы делаем то, что хотим. Но в действительности это не свобода. Пока мы находимся под влиянием Майи, у нас нет никакой свободы. У нас нет силы защитить самих себя. Поэтому Шримад Бхагаваджи Махапуран провозглашает: ваша свобода погружает вас в проблемы. Причина ваших проблем — ваша свобода. Только лишь... То есть Шримад Бхагават Махапуран дает совет. Нам необходимо постоянно совершать Гуру Севу для того, чтобы преодолеть влияние Майи. Мы постоянно находимся под ее влиянием. Когда же смерть приходит к нам? Когда мы должны... То есть нет никаких гарантий, когда к нам придет смерть, когда мы должны будем оставить этот мир. Мы уже почти наполовину мы уже мертвы. Нараджи Махарадж дает совет Юдхиштхира Махараджу. В этом нестабильном мире кто кого может защитить? Ты оплакиваешь своего старшего брата, своего дядю, старшего брата твоего отца, который покинул этот мир. Ты думаешь, что ты не смог защитить его,
и ты ответственен за все, что произошло. Но постарайся обдумать этот вопрос. Кто кого может защитить в этом материальном мире? У нас нет никакой свободы по-настоящему. Пока мы находимся под влиянием Майи, у нас нет возможности защитить даже самих себя. Итак, Нараджи Махарадж говорит Юдхиштхира Махараджу. В соответствии со своей кармой люди получают ее результаты в потоке времени. В определенное время мы сталкиваемся с теми или иными проблемами, со смертью. Что вы подразумеваете под смертью? Все боятся этого слова. Все боятся этого слова — смерть. Но чистые гуру вайшнавы никогда не боятся. Потому что они обладают абсолютным знанием, что такое смерть. Каково определение мритью? Слово мритью. Оно переводится как то, что вы отрежете. То есть это слово, я прошу прощения, я ошиблась, наверное. То есть это слово, санскритское слово, переводится как то, что вы отрежете все свои связи, прервете все свои связи в этом материальном мире, со своими родственниками и так далее. Вы забудете обо всем. То есть нет, все-таки речь идет о слове «мритью». Вы забудете обо всем. То есть смерть, имеется в виду, смерть — это когда вы оставляете тело, одно тело, и получаете новое тело, принимаете новое. Но что же подразумевается под самой смертью? Услышав Харикатху, Парикшит Махарадж был очень счастлив и стал прославлять Гурудева. Парикшит Махарадж говорит: «О Парамахамса Гурудев, я навсегда благодарен тебе, вечно благодарен тебе. Самое лучшее пожертвование — это Харинам Дан. Татва-гьян — это высочайшее пожертвование, лучшее из пожертвований. Я благословлен тобой. Я чувствую, что я удачен, очень удачлив. Парат Паракхилишвар, Ананта Брахмана Нат, and eternally present that absolute Advaigyan Tattva. Абсолютная Адвайгьяна Таттва вечно существует. Ты рассказал о ней в деталях, и я очень счастлив, услышав ее. У меня не осталось никаких переживаний, никаких проблем. Сравито, жатчами шакшат,
Ты рассказал все в деталях. Я очень счастлив. Выслушав Бхагават Харикату, каждый получит возможность отправиться в трансцендентный мир. Но речь идет о правильном слушании, совершенном слушании. Услышав от Махабхагавата Вайшнава Харикатху, все исполнено, то есть жизнь ваша достигает полного успеха, потому что Бхагават Харикатха подразумевает под собой то, что у вас появляется возможность войти в трансцендентный мир и обрести там служение. Парикшит Махарадж развил самбанда Гьяну благодаря Харикатхе. Итак, нет даже вопроса, не остается даже вопроса о смерти, когда кто-то по-настоящему слушает Харикатху. Потому что благодаря Харикатхе, услышав Харикатху, слушатель отправляется в трансцендентный мир. Услышав Шримад Бхагаватам, восприняв Шримад Бхагаватам, восприняв Харикатху, вы обретете свободу. Но что вы подразумеваете под этим словом? Что такое свобода? Люди думают, что свобода в этом материальном мире, когда мы делаем то, что хотим, но в действительности это обусловленность. В моем детстве я слышал одно поэтическое произведение. Написанное одним материалистичным поэтом. То есть порой материалистичные поэты также говорят какие-то хорошие вещи. Кто хочет жить без свободы? Выслушав Бхагават-катху, Харикатху, оказав служение Вайшнавам, служа Вайшнавам, не остается даже вопроса о смерти. И таким образом мы будем наслаждаться настоящей свободой благодаря этим процессам. Один пример. Одна очень бедная девочка, подросток, девушка, она очень прекрасна и обладает хорошими качествами, но при этом она очень бедна. В конце концов, один очень-очень богатый человек избирает ее как невесту своему сыну, единственному сыну. Но девушка не особо образована. Но этот человек, богатый человек, решает обучить ее в колледже и так далее. То есть он избирает ее как невесту для своего единственного сына. И сейчас мой вопрос в следующем. Это дочь фермера. Она очень бедна. Но когда эта дочь... Когда отец этой девушки
вручает ее этому богатому человеку для того, чтобы она вышла замуж за его сына. Она становится, в конце концов, обладательницей всех богатств, как жена этого человека, жена этого юноши, сына богатого человека. Понимаете, о чем я говорю? То есть изначально она очень бедна, но после свадьбы, предавшись лотосным стопам мужа, она наслаждается свободой. Но это не настоящая свобода, я лишь привожу пример. Имеется в виду, что она становится собственницей всех богатств, которыми обладает ее муж. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, описывает прекрасные вещи в своем киртане. Бхактивинода Тхакур написал такие прекрасные киртаны. Этот киртан он написал для... Он пишет свои киртаны для обусловленных душ. В том числе этот. О, джива, о, обусловленная душа. Ты подобна рыбе. Рыбе, которая хочет пересечь реку. Ты плаваешь в океане Майи. Но ты не понимаешь этого. Зачем ты заставляешь себя страдать? О, дживатма. Зачем ты погружаешь себя в Майю? Ты не понимаешь, что ради этих дешевых наслаждений ты... То есть ради этих очень дешевых материальных настроений, наслаждений, ты теряешь саму себя, забываешь о самой себе. Ты заковываешь себя, заточаешь себя в тюрьму Майи только лишь потому, что ты хочешь обрести материальные наслаждения. Майя заточает тебя в тюрьму и там воспитывает тебя, дает тебе лечение с помощью трех гун материальной природы. Она наказывает тебя этими гунами. Сейчас же у тебя есть шанс, есть возможность обрести общение с Шри Гуру и Вайшнавами. Постарайся вновь овладеть своим разумом. Ты лишился разума. Без садху-санги невозможно вернуть свое сознание, свой разум. Ты можешь пересечь океан милости Кришны очень легко.
Если ты любишь Кришну, ты сможешь овладеть им, завладеть им, потому что Кришна отдает себя своим преданным. Несмотря на то, что Кришна Адвайапара Татва, имя его Ачьюта, простите, Аджита. Аджита. Несмотря на то, что он Аджита, никто не может сразить его, тем не менее. Он под влиянием своих преданных. Итак, Шри Кришна. Вы можете найти в Чайтанье Лиле. Много раз Гуранга говорит своим преданным: «Я продан тебе, я твой. Из-за твоей любви я в твоей власти». Даже Адвайта Гасай, он сказал это. Из Гаутами Тантры он приводит шлоку. Гаутами Тантре сказано, Адвайта Гасай следует этому процессу для того, чтобы привести Махапрабху в этот мир. То есть этот процесс описывается в шлоке из Гаутами Тантры. Это очень вдохновляющая шлока. Вы можете обрести вдохновение. Бхагаван — это Бхакта-Ватсал. Он отдает себя своим преданным, отдаст себя вам, если вы предложите ему любовь и почтение. Будете поклоняться ему с Туласи и водами Ганги, так поклонялся Адвайта Ачарья. Такова Кришна-Татва в том, что Господь, будучи невероятно милостивым, предается своим, отдает себя своим властью собственных преданных. Адвайта Гасай поклонялся с листочками Туласи и водами Ганги в Шантипуре. Очень громко, могучим голосом он кричал: «Пожалуйста, снизойди сюда, Господь, приди сюда». Итак, молитвы Адвайта Гасая достигли, были успешны, и таким образом Гуранга Махапрабху пришел сюда, пролил милость на всех нас. Итак, если мы будем любить Кришну, Кришна будет любить нас. И в этом случае вы должны помнить о том, что Кришна повелевает всеми мирами. Таким образом, в его сердце нет никакого недостатка, никакой нужды ни в чем. Он полон в самом себе. Почему же люди? То есть люди, почему они хотят жить без свободы? Почему они заточают себя в тюрьму Майи? Потому что они не полноценны, как Кришна. Итак, если вы будете любить Кришну и поклоняться Ему правильно, сам Кришна отдаст себя во власть вам. И только в этом случае вы сможете получить настоящую свободу. Прежде чем это произойдет, нет никакой и речи нет о никакой свободе. Прежде я говорил о Юдхиштхир Махарадже. Итак, Нараджа Махарадж говорит: «О, Раджан,
поток времени, каково его влияние? Мы не понимаем, не осознаем этого. Мы потеряем, лишимся всего нашего, нашей молодости, нашего возраста, нашего тела, имеется в виду нашей фигуры, нашей внешности. Только лишь если мы будем совершать Харибаджан, Махакал, то есть время, не лишит нас всего. Тот, кто совершает подлинный Кришна-бхаджан, то есть тогда, когда мы совершаем подлинный Кришна-бхаджан, время не действует на нас. В противном случае оно действует постоянно. То есть оно постоянно забирает нашу жизнь, наверное. То есть время... То есть джива под влиянием трех гун материальной природы, под влиянием трех гун материальной природы. Как же в таком положении мы можем ожидать, когда весь мир нестабилен, имеется в виду, когда весь мир... Никто не знает, что будет завтра. Как можно говорить, что вы можете кого-то спасти? У вас нет никакой безопасности. Как же, если вы сами не обладаете этой безопасностью, как вы можете предоставить ее другим? Таким образом, Нараджа Махарадж обучает нас таттва-гьяне. Для того, чтобы мы погрузились, вовлекли себя в Кришна-бхаджан. Прабхупад говорит, мы можем вернуть истинное здоровье, настоящее здоровье нашей атмы только тогда, когда мы вовлечем себя в Хари-севу, в Хари-бхаджан. В таком случае мы сможем возродить здоровье нашей атмы. И тогда мы можем провозгласить, что сейчас мы по-настоящему свободны. И никто не может погрузить нас в проблемы. С помощью Кришна-бхаджана мы обретем возможность этого. В противном случае нет. Я рассказывал об этой татве для того, чтобы... провести доказательства от тех, кто является таттва-гьяни, то есть, чтобы не было никаких сомнений. Итак, Бхактивинода Тхакур в Чайтанья-чаритамрите пишет следующее, имеется в виду в комментариях в Чайтанья-чаритамрите. В своих комментариях к этой шлоке Бхактивинода Тхакур пишет: Духар рубгуне, духар нитто харьяман. Бхактивинода Тхакур going to write about it. Krishna going to say, again I can come to the point I leave yesterday. Я вновь приступаю к тому, на чем остановился вчера. Прежде всего, я хочу поговорить об этом. Кришна говорит, гопи думают обо мне, как о своем герое, они любят меня. А Йогамая все это устраивает. Кришна говорит, что я не знаю, что произойдет в будущем. И гопи также говорят, мы тоже не знаем. Гопи и Кришна забывают о самих себе. Бхактивинода Тхакур говорит, на Вайкунтхе на планетах Вайкунтхе чистая свакия бхава Кришна будет открывать все и все эксцелленции.
Кришна. То есть Йогамая устраивает совершенную паракия лилу, а Кришна хочет наслаждаться в ней. Он хочет установиться в этой татва-гьяне на пути рагамарга. Почему? Потому что если кто-то осознает это, он автоматически захочет вступить на этот путь. Поэтому Кришна, вкусив паракия бхаву, то есть Кришна, поэтому Кришна устанавливает в этом материальном мире чистейший путь Раганук. Рагмарг. Рагамарг. Ну, то есть у людей нет никакого представления об этом, поэтому Господь приносит сюда знание об этом. Бхактивинода Тхакур говорит, есть две татвы. Атма и пара-татва. Атма-татва, пара-татва. Когда Кришна? То есть Кришна — это адвайта-гьяна-татва. Мы знаем об этом очень хорошо. Тем не менее, есть различия. Имеется в виду... То есть Кришна хочет играть со своими друзьями, с другими. Если бы он был лишь Атмарама, если бы он... То есть вы не можете внешне увидеть. То есть Кришна наслаждается внутри себя, будучи Атмарамой. Нет такой вещи, которую бы Кришна хотел наслаждаться, потому что он Атмарама. Бхактивинода Тхакур объясняет, когда Кришна выражает Атмаништха Дарму, когда он показывает свою Атмарамату, нет никакой расы в этом. Имеется в виду, для того, чтобы наслаждаться, ему ничего не нужно. Мы знаем, что Кришна — вечная Атмарама. Бхактивинода Тхакур объясняет. Атмарам Дарма вечно присутствует в Кришне. Он высочайший из всех Атмарам, Атмарам, несомненно. Тем не менее, Кришна хочет наслаждаться другими, с другими. Это Дарма, это истина, также вечно существует. И сейчас могут появиться сомнения, потому что в материальном мире, если одно присутствует, то есть либо кто-то либо Атмарам, либо ему нужен кто-то для наслаждения. То есть, как, например, Парикшит Махарадж, он Атмарама. Ему, как Шукадева Госвами, наверное, ему никто не нужен. Он не прибегает ни к чьей помощи для того, чтобы стать счастливым. Бхактивинода Тхакур пишет, Атмарамата Дарма вечно присуща Кришне. Тем не менее, он хочет наслаждаться с другими, другими. И это также вечно присущая Кришне истина. Итак, двумя этими моментами мы не можем в материальном мире применить два эти разноречивые понятия. Но для Кришны, и только лишь для Кришны, это возможно сопоставить, возможно соединить в себе. Бхактивинода Тхакур говорит,
сердце Кришны. То есть сам Кришна и сердце Кришны не отлично. Тем не менее, я провожу различия для того, чтобы вы поняли. В лиле Кришны вы можете обнаружить, что с одной стороны он Атмарамата, а с другой стороны он Парарамата. Бхактивинода Тхакур пишет, в Кришна-лиле мы можем обнаружить два момента, что Кришна Атмарамата и в то же самое время полностью противоположный этому, понимаете? Кришна обладает бесконечными богатствами. В то же самое время он высший из вайраги. В Кришна-лиле вы можете порой увидеть, что Кришна, то есть никто не может повлиять на Кришну. Никто не может повлиять на Кришну. Итак, с одной стороны Кришна Атмарамата, с другой стороны Парарамата. Он обладает Паракия Бхавой. Паракия Бхава возможна лишь для Кришны. Итак, Бхактивинода Тхакур говорит, чувства, которые получает, наслаждаясь Кришна, настолько великолепны, настолько велики. Как бы он ни наслаждался, с гопи его атмарамата, бхава, не повреждена от этого, не имеет никакого ущерба. То есть в этом материальном мире, если вы... То либо одно, либо другое. Если вы потеряли одно, вы обретете другое. Если вы обрели то, то потеряете второе понимание. То есть либо атмарама, либо пара... Бхактивинода Тхакур говорит, если если вы поставите все на Атмарамату Кришны, то его раса-таттва пострадает от этого. Если же на второе его качество, то его наслаждение, наверное, достигнут бесконечности. Бхактивинода Тхакур пишет в Джайвадхарме, когда Кришна выражает свою Атмарамату, нет никаких лил. Вы не можете найти ни одной лилы, где бы Кришна показывает свою атмарамату. Бхактивинода Тхакур пишет в Веда Стхоти. There you can find samabaruddha samasta bhaga. Samasta bhaga means all power, sakti. Всемогущий шакти.
находится в Махавишну. Он закрывает двери и с помощью Йогамая погружается в сон. Но сон Бхагавана не таков, как наш. Он спит при помощи своей Йогамаи, его вечной энергии. Веды и Стути устраивают все так, что Бхагаван просыпается. Бхактивинода Тхакур пишет, если, то есть ни одной лилы нет, где Господь выражает свою атмарамату, потому что для того, чтобы совершилась лила, необходима шакти, которая пребывает вне Господа. Мы также шакти. Все дживатмы — это шакти. И мы также имеем право и совершать лилы с Шри Кришной, играть с Шри Кришной, совершать танец с Кришной. Это доступно для нас, это возможно. Если бы это не было таковым, если бы это не было возможным, зачем бы шастры давали нам все это знание об этом, об этих лилах? Это абсолютно достижимо, если мы будем совершать баджан должным образом. Люди определенно обретут освобождение, если вдохновение, если они будут слушать из правильного источника. Для этого необходимо слушать из правильного источника о красоте Кришны и о совершенных качествах. Если вы не будете, если вы узнаете о совершенстве Кришны, услышите о нем из правильного, должного источника, вы не сможете остановиться на пути Кришна-бхаджана. Вчера я говорил, рассказывал эту шлоку, о том, как Кришна постоянно сосредоточен на красоте лотосных стоп Шримати Радхарани. Кришна то есть вчера я говорил об этом, как вы помните. Эту шлоку я объяснял вчера. Некоторые комментаторы пишут следующее. Держа в уме, сосредоточив свой ум на совершенстве Радхарани, на ее бесконечной красоте, Кришна решает. Опи используется словом в этой шлоке. Бхагаван Опи. Слово это означает, что сам Бхагаван. Также Бхагаван. То есть речь идет не... То есть еще о ком-то. То есть речь идет не об одной стороне, что две стороны. То есть Бхагаван Опи. После того, как Бхагаван испытал невероятное влечение, которое испытывает, наверное, Шримати Радхарани и Гопи, он также захотел совершать лилы. То есть он Бхакта Ватсали. Бхагаван Опи,
То есть тут Бхагаван Опи говорит о том, что Бхагаван не один, что существуют две стороны. И Шукадев Госвами объясняет это следующим образом. Почувствовав невероятное влечение к лотосным стопам Радхарани. Кришна принимает решение совершать свои игры. Совершать раса-лилу. Таким образом, две стороны необходимы. Те, кто привлекает Кришну, и тот, кто привлекается. Кришна говорит, что я... То есть я источник всего в этом материальном мире, тем не менее я испытываю влечение. Каково же совершенство Шримати Радхарани? В Чайтанья Чаритамрите сказано. Говорится об этом. Когда Бхагаван погружается в сон, в нем пребывают все шакти. Кришна с помощью своей йога-майи погружается в сон. И внешне мы видим, что его нет никакого проявленного творения Шри Кришны. Нет этих миров. Но потому что его сварупа шакти наслаждается. То есть крипа Кришны переполняет его, и в это время он порождает шакти, проявляет шакти и обретает желание совершать лилы. Мы видим то, как то, что Бхагаван время от времени являет свои лилы. Один он не может наслаждаться. Как он может наслаждаться один? Внутри адда расы присутствуют все совершенные расы. И подобные лилы не могут происходить на Вайкунтхе. В Чайтанья Чаритамрите сказано, или где-то в другом писании Кришна говорит, на Вайкунтхе нет подобных игр. Никто, то есть такие лилы не даст. Никто даже не знает о существовании таких лил. Но в этом материальном мире я провозглашаю о них так, чтобы каждая удачливая дживатма обрела возможность принять в них участие. Таким образом, я хочу показать, что несмотря на то, что Паракия, Свакия также вечно присуща Господу. Это то, что я хотел объяснить вчера. Будьте уверены, что Кришна... Знаете наверняка, что Кришна... Знаете наверняка, что все это стопроцентно совершенная философия, без всяких сомнений. Кришна на 100% совершенен. Вчера также я говорила о вопросах, которые были заданы Гопи Кришне. Кришна ответил на них так, чтобы не оставалось никакой возможности неправильно понять Шри Кришну. Вишна Чакратипад говорит, любое действие, которое мы видим без понимания его, то есть Кришна совершает танец раса. Внешне кажется, что Кришна развлекается с юными девушками. Вишна Чакратипад говорит, мы настолько глупы, что не можем понять. Когда бы мы не видели какое-то
действия, прежде всего необходимо понять, какова цель его, для чего она совершается. Необходимо сконцентрироваться на его цели. И тогда мы поймем, для чего оно делается. Итак, почему Кришна совершает то или иное действие? Какова причина этого? Мы, прежде всего, необходимо понять это. Итак, Кришна дает ответ. Для того, чтобы увеличить настроение, желание совершать баджан, как если кто-то теряет, если какой-то бедняк, если какой-то человек теряет всю свою собственность, он становится очень бедным, и день и ночь он думает о потерянном. Он не может ни пить, ни есть. Он постоянно думает о потерянном. И точно так же я покинул Расалилу внешне. Внешне кажется, что я очень жесток, но я просто ушел, чтобы посмотреть на вашу любовь. Вы думаете, я ушел с Расалилы, но по-настоящему я совершал баджан по отношению к вам. То есть гопи совершает баджан Кришне, но Кришна говорит, я совершал баджан вам, но вы не могли видеть меня. Я тайно смотрел на ваше, на то, как вы себя ведете, что вы чувствуете, для того, чтобы увеличить ваше влечение, вашу привязанность. Когда мы теряем что-то значимое, мы постоянно думаем о потерянном. Таким образом, не думайте, что я безжалостен, что я жесток. Цель моя была очень высока. Вы можете думать, что я погрузил вас в океан страданий, но если вы посмотрите повнимательнее, вы найдете, что за всем этим стоит важная причина. Если вы не можете правильно понять меня, то если даже вы не можете правильно понять меня, то что будут думать посторонние? Anubhitti vittvaye, anubhitti niravachinno dhyana vritti, meditation. Meaning is that, actually, if you cannot find myself outside, then you are thinking, meditation automatically. So you can grow your attention more and more, and finally you can get it. То есть более, больше и больше вы сосредотачиваетесь на мне, и в конце концов вы обретете меня. Когда Кришна прогонял Ягьяпатни, жен браманов, говорил, зачем вы пришли, уходите. И также в другой лиле, после того, как гопи совершили Катьяни Пуджу, Кришна благословил их. То есть он принес... Когда Катьяни Пуджа была исполнена, Кришна благословлял гопи. Он уверил их, что очень скоро вы исполните ваше желание. Ваше желание исполнится. И также в случае с Ягьяпатни он прогонял их, говорил, что ступайте домой, ваши мужья, родственники прогонят вас, не примут вас. And really so, when they go back, all Jagat Patni, they are going to
Кришна говорила наоборот, они примут вас, и так и случилось. Когда они вернулись, их мужья начали прославлять их, хотя они были абсолютно неграмотными, но они не изучали никакой веданты. Тем не менее, мужья стали прославлять их. Как это случилось так, что, не обладая никаким образованием, они развили такую глубокую любовь к Кришне? Кришна — Верховный Господь. Он посылает своих друзей собирать... то есть он послал своих друзей, чтобы те раздобыли просад. Но мы не поняли, мы не преданы Кришне, так размышляли мужья, то есть эти браманы, которые не поняли, что сам Кришна просил деньги, просил пищу. Even we didn't think it necessary to answer. However, мы даже не ответили ему, говорили о нем. Затем Кришна произносит эту шлоку. Same slok, two times Krishna speak. Дважды. Первый раз он произнес ее перед женами браманов, а второй раз гопи, он сказал это гопи. И эти советы, которые заключены в этой шлоке, очень полезны для нас. Почему Кришна... То есть в этой шлоке содержится полный ответ, почему Кришна ведет себя так во время Расалилы. Почему он ведет себя таким образом, как было описано выше, в этих двух лилах. That Sabarnath, Darshanath, Dhyanath, Mahi, Bhavanu, Kirtanath, Na Tatha, Sannikarsena, Pratiyato, Tato, Grihana. Oh, Gopikas. Oh, Gopigan. You can go back. Gopigan, возвращайтесь домой. Потому что... When you are going to hear about me. Будете слушать обо мне. Sabarnath, Darshanath. Вы будете созерцать меня через медитацию, видеть меня внутри своих сердец, обрете вдохновение, встретиться со мной, громко будете воспевать мои имена. Это все это очень хорошо. И это Випраламба Бхава, это настроение разлуки, поможет обрести меня. Я знаю, что вы будете страдать от этого, тем не менее, она поможет вам найти меня в глубине своих сердец. Но если вы будете находиться непосредственно рядом со мной, это невозможно. То есть вы встречаясь со мной, вы будете наслаждаться, но такой возможности вы будете лишены, то есть найти меня в глубине ваших сердец. Pratiyato tato grihano. That type of excellent facility you cannot get. У вас есть уникальная возможность в разлуке со мной встретиться со мной. Но если вы будете постоянно рядом со мной, этого не произойдет. А в разлуке, когда вы будете страдать, что меня нет рядом, вы будете воспевать мои имена, будете совершать. То есть Удавджи говорит, вы обретете Рудха Бхаву. То есть невозможно обрести эту бхаву без разлуки, наверное.
Итак, Кришна говорит, если вы будете находиться далеко от меня, вы будете испытывать еще больше влечения ко мне. И это естественно. И полную трактовку этой шлоки я не могу рассказать, потому что вы можете понять меня неправильно. Гопи молится Кришне. Если ты не прольешь милость на нас, мы бросимся в огонь. О, наш друг Кришна, если ты не примешь нас, я не буду в деталях рассказывать об этом, потому что это запрещено. В таком случае, разлука наша. Внутри нас горит огонь, полыхает огонь из-за разлуки. И мы бросимся в огонь, в этот огонь, наверное, и умрем в конце концов. Во Вриндаване есть такое место Ранвари. Я приведу пример, чтобы вы не думали, что это какая-то сухая философия. Это действительно возможно. Итак, в Ранвари жил-был один саду с очень мягким сердцем. То есть, имеется в виду, очень добросердечный был этот саду. Он получил дикшу от хорошего гуру, и он замечательно совершал баджан. Однажды группа других саду попросили благословения, чтобы отправиться получить даршан каких-то святых мест. И саду сказал, хорошо, отправляйтесь. И они отправились в Двараку, в Гуджарат, посетили там святые места. Получили много даршанов в разных мест. Когда они вернулись, то есть суть в том, что правильное общение очень важно. Иногда преданные хотят произвести впечатление. Кто-то пишет на себе мантру Ом, кто-то Хари Кришна пишет на себе. Но это запрещено, это не нужно делать. Нельзя этого делать. Тилакой мы можем писать на своем теле имена Радхи и так далее, если мы достигли определенного уровня. И все они писали таким вот, то есть писали святые имена на своих телах. Когда они то есть там они этому научились, наверное, и когда они вернулись в Браджадхаму, их тела были списаны именами Господа, и когда они вновь встретились с тем самым саду, они сказали ему, а он сказал им, вы на самом деле потеряли Радхарани. Почему же, удивились они? Потому что вы съездили в Двараку, сходили в Двараку, и там исписали свои тела. То есть они в том числе имена Рукмини писали на своем теле и так далее.
сейчас нет у вас возможности больше. Следовать Радхаране. Потому что сейчас вы находитесь в группе Рукмини. Можете почитать шастры, изучить этот вопрос. Мудра, которую вы, наверное, написали. Из-за того, что вы списали свои, начали, то есть списали все свои тела вот этими именами, вы лишились служения Радхарани. И эти саду были поражены, что они больше не в группе Радхарани, что они не смогут больше поклоняться Радхарани. Они пошли к себе в свои баджан-кутиры. Все это описано в книгах. Какой-то книге. Все в деталях. Там различные преданные из разных святых мест, как они совершали саубаджан, описаны. Итак, этот саду вошел в комнату, в свою баджан-кутир, лег на пол и перестал вкушать пищу и даже пить. И так он лежал на полу, не открывая дверь. День, два дня, три прошло. Все стали переживать, почему он не выходит. В конце концов, они стучали, никто не открывает. А потом они взломали дверь и увидели, что тело его сгорело. Сожжено его тело. То есть все его тело сверху донизу сожжено. Только лицо в слезах. Бхактамал. Называется книга Бхактамал. Она составлена... То есть там описаны очень возвышенные вайшнавы, жизнеописание их описано. В этой книге собрано. We are going to meditate on your lotus feet and viraha agni, fire of separation. Мы медитируем на твои лотосные стопы, и разлук, огонь разлуки сжигает нас, так же как с истории с этим саду. То есть некоторые гопи не могли выйти из своих домов, они оставляли свои тела из-за того, что не могли выйти из дома, их мужья закрыли их. Я уже говорила об этом несколько дней назад. Итак, вы должны молиться Кришне, если Он не исполнит ваше... То есть мы будем медитировать на твои лотосные стопы, и в конце концов, в соответствии со своей решимостью, то есть мы очень решимы, и поэтому никто не может остановить нас, мы достигнем твоих лотосных стоп рано или поздно. Так они говорят Шри Кришне, гопи. Гопи говорят Шри Кришне. То есть Кришна Бхаджан, для Кришна Бхаджана необходимо смирение. Нам придется претерпеть множество проверок, очень страшных проверок, испытаний. Когда же мы сможем сдать эти экзамены, как в случае с Прохлад Махараджем? То есть уровень Прохлада Махараджа. Посмотрите на его уровень. Отец бросал его в огонь. Сбрасывал с горы. Отравлял его ядом. Пронзал оружием. Тем не менее, Прохлад Махарадж не гневался. Несмотря на то, что этот пример неприменим, тут, потому что... То есть Прохлад Махарадж был уверен, что Кришна спасет нас, но в случае с Гопи другой, он полностью противоположный.
потому что Ишада, мама Ишада думает, что Кришна без нас умрет, как он может кого-то спасти. Они ничего не ожидают от Кришны. Прохлад Махарадж обладал каким-то отпечатком гьяны. То есть гьяна была примешана к его бхакти. Но гопи, они думают... А то есть он все время думал о лотосных стопах Прабху, и поэтому был спасен. Но Бхава, Браджаваси полностью противоположны этому. Они никогда не думают, что Кришна может спасти нас. То есть, несмотря на то, что они видят, как Кришна постоянно убивает демонов и таким образом спасает Браджаваси, они не верят, что он способен на это. Beast poison in Jamuna from fire. Many time you said Visajala Payad Bala Rakshasa. So many time you said, but still they are speaking. Много-много раз ты спасал нас, говорят они. Говардхан Даран Лила. Так в Лиле с Говардханом. Когда Индра послал, наслал ливнем. Кришна wanted to kill all Vajvasi. Кришна поднял, то есть Индра хотел убить Враджаваси, хотел затопить весь Вриндаван. Но кто такой Индра? То есть гопи видят, как Кришна спасает их, но они не думают о Кришне как о своем спасителе, они не думают, что Кришна может это и вправду сделать. Несмотря на то, что они воспевают это, поют, что Кришна спасает нас постоянно, тем не менее нет этой бхавы у них. Даже мальчики-пастушки думают, что Кришна не такой уж и могущественный, мы сами держали Говардхан. На палочках, на наших палках мы помогали Кришне. У Кришны-то не такой сильный. Без помощи бы он не смог удержать холм Говардхана. Итак, внутри Враджа, Браджаваси ничего не ожидают от Кришны. И в этом совершенство их. Они даже во сне ничего не ожидают от Кришны. Они хотят лишь давать, давать, еще раз давать и Кришне, и ничего не брать от него. Таково совершенство Бража Бхавы. Это очень важно обрести Бхаву Браджаваси всем нам. В Падьявале есть шлока. Tavat sukhayo bhavato nanu bhakshapeyo. So long as you are feeling hungry at you. Пока вы испытываете голод, then you can feel satisfaction when somebody going to give some prasadam. Когда вас накормят, вы у вас будет то есть когда вы поедите, вы удовлетворите свой голод. Успокойтесь. Есть 16 различных атрибутов для поклонения. Асан. Цветы, фрукты, гирлянды. If he bhaktagan with different kind of items faith, if you are going to worship, going to love Krishna from heart out of your love, prema. Если вы будете любить Кришну всем сердцем, in this Artabandha Bhagavan, automatically going to get. В таком случае already I told the sloka. Сердце Бхагавана расплавится. Я уже говорил об этом. В Гаутами Тантре рассказывается о том, как Адвайта Гасай призывал Господа в этот мир.
Бхактавасала Бхагаван If you are going to offer so many fruits and flowers and sweets in front of Krishna, то есть сколько бы вы ни предлагали в серебряной или золотой посуде Кришне различные подношения, Кришна говорит, что у меня нет никакого аппетита на самом деле. Ему предлагают, пожалуйста, прими что-нибудь, но он говорит, что я не голоден. Много разных подношений можно делать, например, Дурьотхана. В золотых тарелках подносил просад Кришне. Нет, нет, говорит Кришна, я не голоден, нет у меня аппетита. И он ушел. Как только он... 15-16 лет я сам побывал там в Хастинапуре. И там я увидел дом Видури Махараджа. Сломанный. И он был очень бедным. Сломанный дом у него весь был. Тем не менее, он был богат премой Кришне. Как только Кришна вышел из дворца Дурьотханы, он пришел в дом Видуры, и там он испытал сильный аппетит. Что же это шутка? Как только он дошел до его дома, он сказал, «Я очень голоден, накорми меня, накорми». Видури Махарадж поддерживает свою жизнь. То есть Видури Махарадж как раз пошел за бикшей. То есть он сказал, что жена Видуры осталась дома. Она дала ему какие-то бананы, которые росли в саду на дереве. Но из-за того, что она была переполнена чувствами, она кормила Кришну кожурой от бананов. Когда Видури Махарадж вернулся, он увидел, что там Кришна присутствует, что Кришна у них дома, и он поражен тем, что его жена... То есть он был очень опечален, что его жена кормит кожурой от бананов Кришну. И он закричал, «Ты что делаешь?» Но Кришна ответила, что я не ем ни бананы, ни кожуру, я лишь любовью питаюсь. Кришна постоянно голоден на любовь. Несмотря на то, что Кришна Атмарам, как я уже объяснял, с помощью комментариев Шрилы Бхактивинода Тхакура, естественно, что Кришна обладает Атмараматой и вторым... Парарамата. Кришна — это верховный наслаждающийся. И в то же самое время он величайший вайрагия, полный отречения. Итак, несмотря на то, что Кришна Атмарам, мы видим, как это сказано в шастрах, тем не менее, Кришна порой бывает очень голоден. То есть Кришна голоден, всегда голоден к преме. Он хочет вкушать прему. Несмотря на то, что он самоудовлетворен, он постоянно... хочет осуществлять любовный взаимообмен с живами. Давно я уже объяснял, что Джива Госвами постоянно хочет передать особое чувство Кришне, с помощью которого они могут взрастить свое, Дживы могут взрастить свое, свою любовь к Кришне, свое влечение, и так, что они достигнут Кришны и смогут совершать игры с Ним. Кришна постоянно посылает
свою сварупшакти-вритти. Те, кто против Кришны, те, кто отвернулись от Кришны, не могут это получить. Лишь те, кто благоприятно настроены Кришне, встречаются с садгуру-вайшнавами. Через них они могут обрести это бхакти. С помощью гуру и вайшнав они смогут осознать, что за уникальная любовь заключена в сердцах преданных. И тогда они обретают эту хроническую болезнь, прему. Если вы однажды заболеете этим, вы никогда не вылечитесь, никогда не выздоровеете. Она гораздо опаснее, чем коронавирус. Итак, Вишна Чакратипад пишет. Anybody going to give anything? If there is no attraction of prema, then there is no way. Если нет премы, if Krishna not going to feel the attraction, если Кришна не испытывает, не чувствует, что от преданного исходит према, нет никаких шансов у этого преданного поймать Кришну, завладеть Кришной. Единственный способ обрести Кришну, если, то есть, это према, и если нет ее, как мы можем пытаться любить Кришну, обрести, заполучить Кришну? Это невозможно. И сейчас я хочу объяснить нечто очень важное. Вчера я говорил, об этом, что об этой шлоке, очень важной шлоке. Эта шлока настолько важна, что Шукадева Госвами достиг полного удовлетворения. То есть, простите, Шукадев Госвами достиг, то есть, объяснил это в полной степени. You can remember, yesterday I was speaking. Evam pari shang karabhi marsho snigde kshanot damo vilaso hasai reme ramesha bujasundari vir yatha arvakaha sha pati bimba vibhrama. This is very important. Это очень важная шлока. Потому что Шукадев Госвами хочет представить нам прекрасную картину реальности. В противном случае люди не смогут этого понять, о чем говорит Шукадев Госвами. Когда Кришна хочет наслаждаться Расалилой, то есть имеется в виду, что он хочет устроить взаимообмен расы, то есть он хочет доставить расу и гопи, удовольствие и гопи тоже. Наслаждение, веселье, танцы, составляющие Расалилы. Подобно маленькому мальчику, который танцует перед зеркалом, смотря на свое собственное отражение. Шукадев Госвами разрушает наше неправильное понимание. Поэтому я говорю, что это очень важно.
тот, кто обладает бесконечными брахмандами, тот, кто может создать все, что угодно, кто знает абсолютно все, кто же может остановить его? Как я уже сказал, Наранарайна, когда в истории Наранарайны, когда Индра чинил ему препятствия, я уже объясняла, это сейчас нет времени говорить об этом в деталях. То есть Индра хотел создать препятствия в баджане Наранарайны. И тогда, когда Наранарайна Риши открыл свои глаза и стал видеть, стал смотреть на... То есть он увидел игры прекрасных девушек. И они не привлекли его, он не смотрел на них с вожделением. И в конце концов он решил создать самую в мире прекрасную девушку Урваши. Он создал ее. Совершенный объект наслаждения была эта Урваша. И она сказала Индре: забирай ее на райские планеты и наслаждайся с ней. Наслаждайся ей. Но суть в том, что если Нарайна Риши, будучи таким могущественным, смог создать прекраснейшую девушку в мире, Урваши, в таком случае, если Кришна захочет наслаждаться с какими-то девушками, он очень легко может ее создать, любых девушек, любых женщин, кто остановит его. Или имеется в виду, что если он захочет наслаждаться, никто не остановит его так или иначе. И еще случай с Бари Риши. Это отличный случай, он... это не то же самое, но тем не менее я хочу сказать об этом. Он совершил апарадху, он совершил оскорбление. И он был очень стар, невероятно стар. У него тело разваливалось. Но он решил жениться для своего оскорбления. Но кто был готов выдать своих дочерей за него? И тогда он сил своего могущества создал прекрасный образ, то есть, имеется в виду, превратился в прекрасного юношу. И тогда 50 дочерей одного человека были отданы за него замуж. Было у него, и он распространился в 50 молодых людей, то есть было 50 девушек и 50 мужей, 50 жен и 50 мужей. То есть ему было 60 тысяч лет, он медитировал. Он накапливал свою йогу, могущество, свое могущество, но в конце концов все было потеряно. Он рыдал от этого. Никакого образования, никаких врат недостаточно, если ум мой похищен Майей. Что Видья может сделать? Таким образом, мы потеряем все, если не поймем, что есть Уннато Уджвала, раса эту совершенную лилу. Если мы неправильно будем понимать ее, толковать ее, то все потеряно для нас. Мы не сможем оставаться на пути баджана. Если Майя похитила наш ум, какой смысл в нем? Снегдекчанот дамабилас
Сконцентрируйтесь на этой шлоке, чтобы понять ее значение. Тот, кто рассказывает Шримад Бхагаватам, уникальный Парамахамса Шукадев Госвами, когда он говорил о Расалиле, его ум был взбудоражен. Он переживал, что Парикшит не сможет понять то, о чем я говорю, обычные люди не смогут понять. Поэтому он использовал особые слова. Когда Парикшит Махарадж сомневался в чем-то, что он выражал свои сомнения, и на это Шукадева Госвами давал ответы, разъяснения. И в нашем случае точно такая же возможность есть, что мы неправильно поймем Шри Кришну. Но очень тактично Шукадева Госвами объясняет слово за словом, слово за словом. Всю Расалилу так, чтобы это было доступно для нас, чтобы мы смогли понять, о чем идет речь. Какой, то есть никто не может переварить очень могущественный нектар. Постепенно, постепенно нужно давать этот нектар, чтобы он был воспринят. И таким образом Шукадева Госвами представляет Расалилу. И чтобы мы могли вкусить сладость этой Расалилы, и он очень хорошо знает, что если кто-то однажды попробовал этот нектар, он никогда не сможет оставить его. Почему Шукадев Госвами изучал Шримад Бхагаватам? То есть этот вопрос был задан в обществе мудрецов. В Кришне Кришна обладает превосходными качествами, и Шукадев Госвами постепенно, осторожно раскрывает нам игры Кришны Расалилу. Он пишет строку. Вот это очень важная строка. Это очень важные слова. Шукадев Госвами говорит, подобно маленькому мальчику, который играет перед зеркалом. Он еще маленький и глупенький, и смотрит в зеркало, выражая разные эмоции, смеясь, танцуя. Он думает, о, я танцую, и там мальчик тоже танцует. Он не понимает, что это в действительности не реальность, это лишь его собственное отражение. Он играет с зеркалом, смотря на свое отражение. И думаю, что этот другой мальчик. И также Шукадев Госвами объясняет, что это не какая-то драма. Расалила — это не какая-то драма. Я уже сказал, что Кришна хочет забыть о том, что он повелитель бесконечных брахманд. Он хочет забыть о том, что он Верховный Господь. Падьявали составлена Рупа Госвами Падом. И там описан один случай. То есть это случай, действительно произошедший. Однажды
Браджендра Надана, сам Шри Кришна. Захотел похитить, что-то своровать. Он вор, он лидер всех воров, то есть той группы мальчиков, которые воровали, он был, он возглавлял эту группу. И однажды Браджендра Нандана захотел похитить, своровать масло, прекрасное масло, только лишь не, совсем недавно взбитое. Мама взбила его и припрятала, а затем куда-то ушла. И Кришна, схватив масло, куда-то побежал, спрятался так, чтобы мама не увидела. Но пока он бежал, он внезапно увидел еще одного мальчика по пути. Но это была всего лишь колонна, в которой он увидел отражение. И Гопал стал думать, кто же этот, что же это за мальчик? Я что-то один вроде бы. Так похож на меня. О, возможно, он наблюдает за мной, он видел, что я своровал масло. Если он все расскажет маме, мама меня накажет. Поэтому он говорит этому мальчику, отражению в зеркале: «О, друг мой, ты же мой брат, мой друг. Поэтому не говори ничего маме, не говори маме, что я своровал масло. Я с тобой поделюсь маслом. Половину я дам тебе. Только не говори маме ничего». В Падьявали все это описывает Рупа Госвами. Он говорит: «О, мы молимся этому Гопалу о спасении. Пожалуйста, спаси нас. Этот Гопал может спасти всех нас», говорит Рупа Госвамипад. Тот самый Гопал, который забывает о том, что он Верховный Господь, он может спасти всех нас, Дамодар Бхагаван. Из этой шлоки, из этой истории мы получаем следующее указание. Как вы помните, Удава Махарадж рассказывает Видуре Махараджу, возможно, 20-25 дней назад я говорил об этом. Порой в Двараке, когда Кришна сталкивается, когда Кришна увидел свое собственное отражение в колонне, он увидел, насколько... То есть это еще одна другая история. Он увидел свое отражение и подумал, как прекрасен он, и захотел обнять себя. И то есть в Двараке иногда он видит себя в зеркале и думает, кто же он настолько прекрасен. Мое сердце полно волнения, я хочу обнять, поцеловать этого молодого человека. Кто же он? Итак, вы можете видеть, что Кришна невежественен, потому что только невежественные, глупенькие могут так думать. Но в действительности все знание, которое есть во всех мирах, нисходит от Кришны. Таково могущество, такова магия йога-майя. Она устраивает все это. Кришна прибегает к ее помощи. И также в Расалиле также он прибегает к помощи йога-майи. Таким образом, под влиянием йога-майи Кришна поражается своему отражению в зеркале, так, как будто бы он
ничего не понимает, как будто он глупенький. Но в действительности все это просто лишь устройство йога майи. Для того, чтобы лила достигла совершенства. Таким образом, если мы видим все эти примеры в Падьяволе, в Шримад Бхагаватам, как мы можем не поверить в этот факт, что Бхагаван предается Гопи, что он отдает себя во власть Гопи? Что значит эта шлока? Тут говорится о том, что он предается Гопи, он принимает прибежище Гопи, отдает себя во власть Гопи. Итак, Кришна находится под постоянным контролем премы. Он голоден, он хочет вкушать прему, прему и только прему, и ничего кроме премы. Постарайтесь запомнить это. Он постоянно голоден, он хочет вкушать лишь прему и ничего кроме нее. Если у вас есть према, это замечательно. Если нет премы, вы не сможете обрести Кришну. Для того, чтобы исполнить желание Гопи, то есть он уверял их долгое время, что в один день ваше желание исполнится, что я исполню его. После истории с Ягьяпатни, когда Кришна давал им наставление отправляться домой, то есть все это устройство йога майи по желанию Кришны, когда солнце и солнечный свет не отличны друг от друга. Когда встает солнце, становится светло. Они не могут существовать отдельно друг от друга. Поэтому мы должны понять, что все это на 100% возможно, что Кришна может играть без всяких корыстных интересов. То есть у него нет никаких эгоистических мотивов. Он лишь хочет вкушать прему. Во всех бесконечных мирах вы не найдете никого, кто бы мог сравниться с Кришной. Кришна беспрецедентен, нет равных ему. Кто, кроме Кришны, может проливать прему даже на растения? Даже растениям Кришна даровал прему, которая редко достижима, которая не могут достичь даже Брама и Шанкар. Попытайтесь запомнить это, памятовать об этом. Если вы забудете это станет большой проблемой. Шукадев Госвами пишет, когда гопи воспевают эту молитву, полную боли, они говорят, что ты пообещал нам. То есть Шукадев Госвами называет эти молитвы полными боли. Расасаваха санкравитто гопи мандаламанди.
Панditaha, Yogeshwarena Krishnena, Dasaham Madhe Dayur Dayoha, Reme Ramesha Brijasundari Bhir. You know, Yatharvakam Sap Pratipimba Vibramaha. Yatpada Pankaja Paraga Nisheva Tipta Yogo Prabhava Vibhuta Khila Karma Bandha Swairam Charanti Munayo Yopi Nana Yamana Tasi Chayatta Vapuso Kutoyeva Bandha Kutoyeva Bandha. Попытайтесь понять, о чем идет речь, и почувствовать, насколько полны боли эти молитвы. Как мы можем понять сердца гопи? Поэтому говорится, что мы никогда не сможем их постичь. Только лишь одна гопи может понять сердце... То есть только лишь гопи могут понять сердце Кришны, а Кришна может понять их сердца, сердца гопи. Мы потеряем все, мы не сможем войти на путь Рупануга Рагануга Баджан, если мы не будем неправильно это понимать. Поэтому Прабхупад был очень строг в отношении этих тем. Потому что если обусловленная душа поймет это неправильно, она лишится всего. Несмотря на то, что это наша конечная цель, Прабхупад был очень строг в отношении этого. Хасавалокалагиджарихичаягним, но чедвайам бирахаягни упажокта деха, дхенена жама падайо падабим сакхети. Ванчакалпатурвасе кипасиндбавача, патитананг павану бхавишме бхю намо.